смеяться, разозлятся на меня. Дело в том, что я очень люблю, когда люди аплодируют. Это замечательно, это позитивно. Есть только одна ситуация в жизни, когда я не люблю, чтобы люди, не хочу, чтобы люди аплодировали. Это когда приземляет самолет. В каком это ситуации? Дело в том, что у меня просто жуткая аэрофобия. Я всегда боюсь, что самолет хорошо приземлится, начнет хлопать, и пилот услышит, и действительно писк. А так, в принципе, можно хлопать, я это очень даже люблю. Мы продолжаем встречу вас, чтобы скоро на работу. Я хочу пригласить на сцену человека, который у нас несет функцию настоящего горского еврея. Есть, Сарик? Вот, здравствуйте. Он долгое время жил в Киеве, ему очень не нравился этот город, эта преступность, как он говорит, то, что постоянно отжимали телефоны. Он решил кардинально поменять свою жизнь, переехал, теперь он живет в Хадере. Встречайте Альберт Израилев! Здравствуйте, друзья. Да, я еще раз переспрошу. В зале есть дагестанцы? Ну, я вот так и знал. Ну, хорошо, что я не один. Вот вообще у нас у Кавказки есть такая фишка. Мы никуда в одиночку не ходим. Вот у меня недавно была такая фишка. Я пришел в балет. Хорошо, что со мной было трое друзей и мама. Так вот, когда вышел балерун, танцевал. Хорошо, что были друзья, мы его потом поймали, говорили, ты что так поступаешь, что дурак, я же с мамой сижу. Итак, дальше. Значит, недавно, буквально вот со мной произошла такая ситуация. Меня отец позвал к себе и говорит, сынок, ты прослужил 3 года в боевых частях армии обороны Израиля. Ты служил снайпером в секторе Газа. Ты проработал 3 года в Министерстве обороны. Ты прожил в Уракиве 2 года. Это абсолютная правда. Все. Так что ты готов сейчас ехать в Дагестан и сделать так называемый тьюр шурши. К счастью или к сожалению, прямых авиарейсов в Махачкалу нет. Решать вам. Поэтому мне пришлось лететь через Москву. Приземлившись в Москве, меня сразу спросили там цель приезда в Москву. Я говорю, туризм? Они так смотрят, ты дагестанец? Я говорю, ну да. Туризм? Я говорю, да. И говорит, они позвали там всю таможню, охранников, 2 часа меня допрашивали. Короче, не могли поверить, что дагестанец может приехать в Москву ради туризма. Затем мне там следователь говорит, а если мы тебя посадим? Я говорю, так я позвоню, и все мои приедут, меня отсюда сразу вывезут. Он говорит, кого все? Я говорю, да, я все посольство позову, все приедут. Говорит, так что, ваше посольство на Тюркизовском, да? Короче, даже это трудно им понять, что я все-таки израильтянин. Короче, оказалось в Москве, что я целая находка, прям... Огромная находка для местных националистов и скинхедов. Я прям возле аэропорта нарвался на такую парочку, они такой, опа, хачи. Я такой, господа, вы ошиблись, я не хачи, я еврей. Понимаете, у них такой вид сразу стал. Вечер явно удался. Я же для них как Head and Shoulders, 2 в 1. У них был такой вид, как будто они выиграли в казино джекпот.
знаете, и я так на них смотрел, у них такой виду. Вот сейчас мы его побьем и поедем самому с телками отвечать. Короче, мне пришлось там вспомнить, чему меня учили в дебате. Я сосредоточился, вспомнил и сделал 90-километровый марш-бросок по нерешенной местности. Побыв в Москве некоторое время, мне все-таки удалось сесть на самолет, махачкалинский самолет, дагестанские авиалинии. Так, Эйр. Вы вот смеетесь, вы, наверное, думаете, что самолет внутри отделан кожей, на хвостах там, на хвосте полоски от Адидаса, да? Колеса красного цвета. Там возле каждого сиденья встроен мангал. Люди с оружием ходят. Да, сюда. Курить в туалете нельзя, в салоне можно. Короче, ребят, так выглядит бизнес-класс.